Друзья, всем привет! Мы рады приветствовать вас на канале Авиамания, и мы в Черногории. Сейчас, переправившись на своем арендованном автомобиле на пароме в Каменово, мы хотим дать вам один совет. Не спешите оттуда ехать в направлении, которое вы задумали. Заедьте в одно удивительное место, которое называется Виреджи 65. Это ресторан и смотровая площадка, откуда отрывается потрясающий вид. А какие виды? Мы сейчас вам покажем. Смотрите сами. Как всегда в описании видео я поставлю точку на картах. Собственно, все, что нам нужно для идеального начала дня. Оранжус тебе, да? Тоже. Фреш. 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 Счет, смотрите, какой интересный. А это не счет. Это не счет. Вот это счет. Это так, для записочек тебе. Это для тех, кто не проснулся и только собирается пить кофе. А сколько у нас счет составил? 11 евро. 11 евро. Только 11. У нас в Черногории уже хорошая традиция начинать свой день утром, завтракать дома в апартаментах, а потом идти в какое-нибудь очень хорошее кафе и заказывать свежевыжатый сад. Об этом удивительно красивом месте нам рассказал Филипп, сын хозяина апартаментов Перпер, в которых мы остановились. В ресторан можно приехать, как мы, на автомобиле или подойти на яхте. Незабываемые виды, изысканное меню, приветливый персонал. Ресторан работает ежедневно с 8 утра до часа ночи. И если утром вы найдете себе местечко на террасе с прекрасным видом, то вечером это будет достаточно проблематично, особенно в сезон. Поэтому рекомендуется бронировать места на ужин заранее. Кстати, если сравнивать Черногорию с соседней Хорватией, то здесь будут более демократичные цены, а виды, ну, ни капельки не уступают. Спасибо. 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 Хвала, хвала. До свидания.